Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Привет, 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 и тебе 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 привет, и привет, и тебе, и тебе привет, всем привет, всем привет. Привет. Здорово. Здравствуйте. Клип завтра. Готовы? Как вам? Как вам это? На какой трек клип? Динозавры. Наркоманы динозавры. Кто? Клип на трек. Да, будет называться «Динозавр». Прикуренный динозавр. Прикуренный. Билеты распечатывать надо? Электронные билеты можно распечатать. А можно и не распечатывать. Просто на входе там штрих-код или что там показываешь и все. Как к футболу относитесь? Никак. Никак. Сатива или индика? Мы не наркоманы. Мы по ЗОЖу. Здоровое питание, зарядка с утра, здоровый сон, все здоровое. Клип скоро. Если нас не убьют. Да, если мы выживем, то клип скоро. Если мы выживем, а не уедем за МКАД, лежать в земле, копать себе могилы. Хоккей любите? Что это за спорт, спорт-передача какая-то, спортивная? Что на канале, не знаю, какой канал там есть, про спорт. На канале спорт, что ли? Что за спортивные вопросы? В
жесткие просьбы. Вот, до чувака дошло. Бинго! Бинго! Ой, как крутит живот. Господи Иисусе. Иисусе. Мерч где, суки? Вот и дерзкий. Суки! Где мерч? Скоро? Скоро мерч, сука. Вышь за ЗОЖ, про что еще? Ну да, там, турники и брусья. Тоже. Уважаем. Еще 7. Отправили запросы, можешь посмотреть запросы? Кто их отправил, интересно? Что это за люди? Динозавр. Обгуленный. Разборки в прямом эфире. Только не динозавр. Вот. Та-т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 а. Не хочу. Деклайн. Деклайн. Деслин. Как относитесь к твоему? Что это за пол? Ты где? Что ты пол показываешь? Охрененно. Потолок. Тебе могу люстру показать. Люстра вообще-то. А-а-а. Главное, чтоб письки. Да, бро, пиздец, да. Держи люстру. Охуеть, чел. Я не верю, бля. Спасибо. Ты не веришь в такую люстру? Я согласен, но божественно. Бро, ебей мне. Люстру пушка вообще. Смотри, как она светится. Бля, охуенно, бро. Согласен, согласен. Бля, от души вообще. Очень нравится ваше творчество. Шраут с Перми. Мы ждем вас на концерт. Е-Перм, салют. Скоро будем у вас. Выступать, петь песни. Если нас не убьют, конечно. Повторюсь. Бля. Съемки клипа. Бля, снимите клип на дробовик. Хорошо. Снимаю. Спасибо. Давай, дай. Не буду засорять тебе эфир. Дальше, бро. Давай. А что он не отключается? Это дерьмо настроение такое. Просто дерьмо. Вот так побольше. Привет, привет, привет. Я открою Steam. А мне надо настроить Twitch. Что как у Телеграм три уведомления звучит страшно. Салат молекул. Салат? О, на нас подписались. Привет! Но у нас еще нету прямого эфира, а на нас уже подписаться. Мне надо затянуть маску, а то у меня зануда какая-то. Фиты с Лизером был. Мы записали с Лизером альбом, если что. Символ. Джи, привет. Я на стриме. Пацаны, стример. Я теперь стал стримером. Не отнимай мою работу, пожалуйста. Заходите все на стрим.
Так, я открою. Сейчас я дам ссылку на этот. Твич открою сначала. На этот стрим. Какую игру будет? Что это? У тебя сейчас уже такая игра будет. Fallout. Какая? Я скажу. Какая? Outlast. Не Fallout. Outlast. Fallout мне не понравилось. Так, а мне проблема. На полный экран сделать. Открыть мишер громкости. Открыть мишер. Нахуй лизера? Почему нахуй лизер? Почему? О, все, у меня в наушниках. Ты будешь сидеть в наушниках, чтобы слышать игру, а я буду разговаривать с чатиком. Все, чуваки, я должен слышать игру.